Иисус, Спаситель мира, Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он поражаем и наказуем, и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца введен был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Ему породиться в царском доме, а он в хлеву да на соломе. Ему б купаться в белых пеленах, а он среди овец в яслях. Ему бы в царской свитой окруженный в довольстве безопасно возрастать, а он с рождения был приговоренный скрываться от опасности бежать. Ему в богатстве, славе, в чести не знать ни горя, ни нужды, не пережить предательства и мести, насмешек, боли, яростной вражды. А он гоним, презрен, унижен, осмеян, клеветой облит, худой молвой оплеван и обижен, друзьями в трудный час забыт. Все силы тьмы жестоко ополчились, все стрелы ада полетели на него, свирепой тучей полчища сгустились, и сотни тысяч против одного. А он, как агнец приговоренный, не отвечал злом на зло, любовью, милосердием исполнен, смирен, послушен был отцу, не жаждал мести, не искал признания, не строил планы, но покорно ждал, чтобы исполнить Божие призвание и человеческой истории финал, чтоб мы, рожденные в неволе, в цепях греха, беды, нужды, уже с рождения своего приговоренные и обреченные к кладбищенской плите, смогли сегодня радостно воскликнуть: «Хвала Иисусу! Смерть побеждена!» И благодарно Господу приникнуть, не умолкая петь: «Хвала Тебе! Хвала!» Он был презрен, оплеван и унижен, прибит к кресту, за грех наш поражен.
чтобы мы сегодня верили с надеждой и не в могилу шли, а в небеса домой. Слава Иисусу!